Добро пожаловать! Сегодняшнее занятие предназначено для того, чтобы настроить нас на весь день, разбудить каждую часть нашего тела, чувствуя себя готовым покорить день. Примите позу ребенка и положите голову на землю или на блок, если лоб не достает до коврика. Закройте глаза, проверьте, где, возможно, вы чувствуете напряжение в вашем теле, без осуждения и ожидания, но с чувством любопытства. Сделайте несколько глубоких вдохов, снимая любое напряжение в мышцах спины, напряжение в бедрах. Смягчите лицо, челюсть, место между бровями и губы. Сделайте глубокий вдох и дайте ему заполнить все ваше тело. Откройте рот и выдохните. Начните медленно активировать пальцы рук. Вытяните их к переднему краю коврика, подняв локти от земли. Расправив пальцы широко, прижмите ладони к полу и поднимитесь в позу стола. Поставьте пальцы ног, поднимите колени и таз к небу в позу собаки мордой вниз. Ада Мукха Шванасана. Особенно если вы принимаете эту позу впервые за этот день, ваше сердце выше вашей головы. Переворачивая кровоток, позволяя свежей крови прийти по направлению к горлу, плечам и лицу. Нежные движения в этой позе, поднимая пятки, сгибая колени, движения бедрами, плечами. И теперь найдите спокойное положение в этой позе. Пару глубоких вдохов здесь. Посмотрите, как ваше дыхание движется через ладони, вверх через руки по спине и до ваших ног. Поднимите пятки, согните колени, одну ногу за другой поставьте вперед. Ноги на расстоянии бедер. Колени немного согнуты, пальцы рук за спиной в замок. Уттанасана. Расслабьте голову и шею. Опустите руки, расслабьте их. Подвигайте шеей и головой. Колени немного согнуты. Медленно по одному позвоночнику поднимайтесь вверх. Макушка головы в последнюю очередь. Кончиками пальцев тянитесь вверх при вдохе. И при выдохе поднесите руки к груди и закройте глаза. Чувствуйте свои стопы на земле. Широко расправьте пальцы ног, равномерно распределяя вес по четырем углам стоп. Открывайте глаза, ноги вместе, вдохните, вытяните руки к небу, Сурья Намаскар, при выдохе Уттанасана. Вдохните, Ардха Уттанасана, ровная спина, макушка головы, тянитесь вперед, руки на пол, встаньте в планку. Сделайте вдох. И при выдохе опустите колени на пол, локти к себе и назад, Чатуранга. И медленно опускайтесь к земле. Руки под плечами. Вдох. Кобра. Длинная шея. Пальцы ног давят вниз. Выдох. Опускайтесь к земле. Руки к груди. Запястья под локтями. Поднимаем грудь, бедра и колени. Собака мордой вверх. Урдхва Мукха Шванасана. Плечи от ушей.
и при выдохе Аду Мукха Шванасана. Пару глубоких вдохов в этой позиции. В конце выдоха поднимите пятки, согните колени, встаньте или прыгните вперед. Вдох Ардха Уттанасана, выдох Уттанасана. Вдох, руки к небу, тянитесь немножко выше, не теряя эту длину, руки к груди. Вдох, руки к солнцу, выдох, руки к земле. Вдох, ровная спина, руки на пол, планка. Вдох здесь, выдох чатуранга. Вдох собака или кобра. И выдох таз к небу. Три глубоких вдоха. Чувствуя энергию, тапас, которую мы создаем своим движением и дыханием. В конце выдоха согните колени, смотрите вперед, встаньте или прыгните вперед. Вдох, ровная спина, выдох, опускайтесь. Тянитесь вверх. И выдох, руки к сердцу. На следующем вдохе согните колени Уткатасана, поза стула. Выдох, Уттанасана, расслабьте шею, вдох, ровная спина. Выдох, планка или чатуранга. Вдох, Урдва Мукха Шванасана. Выдох, Ардха Мукха Шванасана. При вдохе поднимите правую ногу вверх. Согните колено, поверните правое бедро над левым. Растягивая швы тела от талии до бедра, до пальцев ног. Выпрямите ногу, поверните бедро к полу, поставьте ногу между руками. С ровной спиной поднимаемся вверх. Анджанеясана. Соедините большие пальцы и тянитесь вверх, удлиняя стороны вашего тела. Левое колено немного согнуто. Опустите копчик к земле, выравнивая спину. Переднее колено согнуто на 90 градусов. Начинайте выпрямлять левую ногу, возможно, немножко больше, не теряя длины в позвоночнике. Отпустите большие пальцы, тянитесь вверх, ладони вместе. При выдохе руки к земле. Вернитесь в планку. Чатуранга на выдохе. Урдва Мукха Шванасана. Ардха Мукха Шванасана. При вдохе поднимаем левую ногу к небу. Открываем левое бедро. Сгибаем левое колено. И направляем дыхание в те места, где мы чувствуем напряжение. Затем выпрямите ногу позади себя. Бедра поверните к земле и поставьте ногу между руками. Вдох. Поднимаемся вверх. Поверните бедра, ребра, грудь вперед. Теперь, когда вы начинаете поднимать грудь, соедините большие пальцы. И на выдохе опускаем руки обратно к земле. Шаг назад в планку, опускаемся вниз, чатуранга. Вдох, собака вверх и выдох, собака вниз. При следующем вдохе переходим в планку. Пару дыханий в этой позе. Плечи над запястьями. Расправьте пальцы правой руки. Соедините ноги, поворачиваясь в правую сторону, ваши стасана.
Альтернативно можно опустить правое колено на пол или поставить левую ногу впереди. Поверните левую руку ладони к полу и тянитесь над головой. При вдохе поднимаем левую руку вверх, чувствуя энергию в кончиках пальцев. И возвращаемся в планку при выдохе. Вторая сторона. Симметрично поставьте стопы, ноги, бедра, ребра и плечи. Затем внешне поверните верхнюю руку и тянитесь над головой. При вдохе вытяните правую руку вверх. И при выдохе опустите руку к земле, в планку. Медленно опускаемся через чатурангу. Вдох, собака вверх. И выдох, собака вниз. Вдох, поднимаем правую ногу. Выдох, шаг вперед. Поставьте ногу между руками. Опустите левую пятку и выровняйте переднюю пятку к арке левой ноги. Большой круг левой рукой в позу второго воина. Переднее колено над лодыжкой, направленное к второму-третьему пальцу. Поверните правую руку Випарита Вирабхадрасана. Тянитесь рукой над головой. Возвращайтесь в позу второго воина. Удлиняем все четыре стороны вашего торса в позу вытянутого бокового угла, Утита Пражва Конасана. Предплечье на бедро, сохраняя длину позвоночника. Внешне вращая левую руку и тянитесь рукой над головой, поворачивая левый трицепс к лицу. Левая рука вверх, возвращаемся в позу воина. Руки к земле. Виньяса. И выдох обратно к собаке. При вдохе левая нога к небу. При выдохе ставим ногу между руками. Поза воина, вторая сторона. Переднее колено над пяткой. Поверните переднюю ладонь. Тянитесь над головой. Не теряя эту длину, возвращайтесь обратно. Тянитесь вперед и найдите свой вариант позы. Либо кончики пальцев вниз, либо предплечье на бедре. Правая пятка давит вниз, возвращаемся в позу воина. Руки к земле, планка. Через виньясу в собаку. Вдох, правая нога вверх. При выдохе поставьте ногу между руками. Руки на полу, на кончиках пальцев. Выпрямите правую ногу, отводя правое бедро назад. Сгибаем правое колено. Вдох, поднимаемся вверх, руки над головой. Выдох, руки к груди. При следующем вдохе вытягиваем позвоночник. И при выдохе поворачиваем грудь в правую сторону. Левый трицепс за правое бедро. Бедра нейтрально.
Ладони немножко больше к центру груди. Широко расправляем ключицы и лопатки. Как вариант, можно опустить левое колено на землю. Все внутренние органы медленно просыпаются. На выдохе опускаем руки. Шаг назад в планку. Чатуранга. Вдох. Собака вверх. И выдох. Ару Мукха Шванасана. Вторая сторона. Поднимаем левую ногу. При выдохе ставим ногу между руками. Поднимаемся на кончики пальцев. Выпрямляем переднюю ногу, сохраняя длину позвоночника. Сгибаем левое колено. Поднимаемся вверх, руки и пальцы тянутся к небу. При выдохе руки к груди, поворот в левую сторону. Выровняйте бедра как можно больше. При выдохе руки к земле. Возвращаемся в планку. Опускаемся. Чатуранга. Локти возле ребер. Вдох. Грудь между руками. Длинная шея. Ноги активны. При выдохе возвращаемся в собаку. Поднимаем пятки. Сгибаем колени. Встань или прыгни в сидячее положение. Ноги вытянутые или согнуты. Навасана. Поза высокой лодки. Кончики пальцев на земле. Поддерживаем ноги или вытягиваем их вперед. Грудь открыта, ровная спина. Выдох. Ардха Навасана. Вдох. Поднимаемся. Выдох, опускаемся. Правое колено к груди. Выпрямляем правую ногу к небу. Опускаем ногу вниз. Левое колено к груди. Левая нога к небу. Опускаем. Еще один вдох здесь. И колени к груди. Стопы на земле на ширине бедер. Колени над пятками. Руки по бокам. Стопы давят вниз. Поднимаем бедра, грудь в позу моста. Плечи под собой, пальцы в замок за спиной. Копчик тянется к икрам. Отпускайте пальцы, руки над головой. Медленно опускаемся, косточка за косточкой, к земле. Опустите руки по бокам. Вы можете вернуться в эту же позу или же подняться в полную позу Урдхва Даньурасана. Руки возле ушей, кончики пальцев направлены вперед, локти над кистями, стопы и ладони давят в землю. Вначале поднимаемся на макушку головы. Затем, используя силу рук и ног, поднимаемся вверх, выпрямляя их одновременно. Шея расслаблена. Выходя из позы, подбородок к груди, опускаемся на плечи и затем медленно опускаемся к земле. Прижимаем колени к груди.
Правое колено к правому плечу, левое колено к левому плечу. И качайтесь из стороны в сторону. Затем опустите стопы, слегка сместите бедра вправо и опустите колени в левую сторону. Возвращаемся в центр. Сдвиньте бедра и опустите колени в правую сторону. Обратите внимание, где в вашем теле вы еще ощущаете напряжение. И отправьте дыхание в эти области. Очистить все каналы вашего тела перед тем, как мы начнем этот день. И возвращаемся в центр. Колени к груди. Скрестите лодыжки. Несколько раз покачиваясь вперед и назад, массируя позвоночник, поднимаемся в сидячее положение. Правая голень перед или над левой, параллельно к переднему краю коврика для позы Сукхасана. Вдох, выравниваем спину, выдох, идем вперед. Расслабьте плечи, шею. И замечайте, как эта поза ощущается в вашем теле. Поднимайтесь вверх, вторая сторона. Противоположная нога сверху или впереди. Расслабьте мышцы челюсти, горла, груди, бедер. А затем вдохните, вернитесь в центр и вытяните обе ноги перед собой. Удлиняем позвоночник, поднимаем руки над головой и при выдохе опускаемся вперед. Пашимоттанасана. Возьми свои ноги или используй ремень. При вдохе поднимаемся вверх и найдите любое удобное положение, в котором вы можете получить доступ к ровному позвоночнику. Положите руки на колени ладонями вверх, как жест открытости к тому, что этот день нам предложит сегодня. Закройте глаза и дайте себе пару мгновений понаблюдать за своим дыханием. Осторожно начинайте возвращаться в это пространство, замечая звуки, ощущения. Руки вместе к груди. Намасте.